Приветствую всех на канале Есть Поесть. Надо что-то быстро приготовить к чаю. Сегодняшний рецепт как раз для такого случая. Ароматные, мягкие и при этом хрустящие рогалики на творожном тесте. За считанные минуты у вас будет готова целая тарелка домашней выпечки. Список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием к видео. В чашу измельчителя кладу творог, добавляю сливочное масло, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель и яйцо. Довожу до однородного состояния. Добавлю примерно третью часть муки и размешаю. Высыпаю на стол половину оставшейся муки, выкладываю тесто. И сверху остальную муку. При необходимости корректируйте количество муки, так как оно зависит от степени влажности творога. Добавляйте постепенно. Тесто в итоге должно получиться мягким, нежным, не забитым мукой и даже слегка липким. Подпыляю стол и само тесто мукой и раскатываю пласт толщиной примерно 3-5 мм. Беру 4 столовые ложки сахара и чайную ложку корицы, размешиваю и распределяю по тесту, оставляя при этом примерно третью часть. Друзья, на моем канале вы можете найти много быстрой выпечки к чаю. Рогалики, печенье, кексы, маффины – все ссылочки будут под описанием. Тем временем делю тесто на желаемое количество частей. Я не делаю очень мелкие рогалики в данном случае, и у меня получается 12 штук. Из каждого треугольника скручиваю рулет. Затем обмакиваю рогалики верхней стороной в сахар с корицей. Выкладываю на противень, застеленный пергаментом, и отправляю в разогретую до 180-190 градусов духовку минут на 20-25, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Ароматные, нежные, но при этом с хрустящей верхней сахарной корочкой рогалики готовы. У них невероятный сливочный вкус с ароматом корицы. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Подписывайтесь на канал Есть Поесть и смотрите другие мои рецепты. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.